Смотрим. Жалко, не могу я в WhatsApp зайти. Там столько интересного. Но там, зараза, все вот эти вот телефоны. А люди боятся, чтобы их телефоны знали. Сейчас это связано с какими-то мошенниками. Я бы сейчас, знаете, друзья, что бы сделал? Сказать, расстрелял первого же, кто обманул старушку, и чьи пенсии, чьи эти самые гробовые деньги, которые она складывала на похороны. Вот так вот мошенничество Украины. Ну почему нельзя расстрелять первого? Мошенничество станет в 2 раза больше. Расстреляли второго, 4 раза больше. Расстреляли третьего. Ну в чем дело-то? Ведь их же невозможно же переубедить. Они не боятся. Понимаете, они не боятся это грабить стариков, старух. Это не политика. Это наша мораль. Пришло время расстреливать. Вот, вы бы сказали, а ты, Валерий Константинович, сможешь расстрелять? Я скажу, не, не смогу. А тогда зачем говоришь? А затем, что у нас много желающих расстрелять. Вот. Пусть один садист расстреливает другого. Вот. Ну, но все равно, в общем, получилось бы, ну, хотя бы до какого-то приемлемого уровня бы. Ну, нельзя же стариков обижать-то. И вы знаете, я вот сейчас зашел бы в WhatsApp, мы бы еще столько бы там вопросов, интересов, сколько там всего. Там из группы садоводства по железу, мы бы сейчас разобрали бы по косточкам. Но там сразу, видите, два. У меня был случай, это я как бы оправдываюсь. Сейчас я посмотрю, много у нас тут писем. Не, нормально, можем говорить. Приходит два заказа из Белоруссии. Вот. Сейчас я не знаю, я уже это, наверное, отменили. Значит, нам нужен телефон, говорит эта почта. Как нужен телефон? А так, если телефон, тогда получится 1500. Ну, ваш заказ там. Я не помню, что высылал. Это было года 2 назад. 3. А если телефона нет, то 2500. Я двоим написал, белорусам. Я говорю, вы поняли, давайте телефон. Если дадите, вам же это. Вы же 1000, не я, а вы на 1000 сэкономите. Один дал телефон, другой не дал. Сказал, я боюсь. Вот такое время. Пожертвовал 1000 рублей, ему пришлось за пересылку платить, а не мне, а почте, 2500. Вот такой случай. Я сейчас не могу туда попасть, я не могу, сколько там интересного. Ну, давайте ограничимся тем, что у нас есть. Начинаем с чего? Начинаем с здравия. Всем доброго суток, Александр, и вам тоже. Ну, Олег на месте. Привет, Олег. Вот. Эльвира, добрый вечер. Башкирия, вам тоже добрый вечер. Александр, добрый вечер. Юрий Кострома выручил. Я хоть, когда узнал, что подключился второй канал, мне стало легче на душе. Хотя мы потеряли часть участников. Кто-то видит, нет ничего, и пошел чай пить или смотреть по очередную телепередачу, где лапшу вешают. Вот. А потеряли мы часть. Но зато потом, через полчаса, оказалось, что все-таки смотрят уже 2 канала. Так что ты меня здорово выручил, Юра. Морально легче. Владимир, здравствуйте. Наталья Рушина. О, привет, Наталья. Это я вас подвел с посылкой, но все-таки справился. Пермский край, привет. Антонин Колесников, здравствуйте. Екатерина Александровна, добрый вечер на Алтае. Дорога на Алтае. А, в дороге на Алтае. Ну, понятно. Вы в дороге. Гречихина. Знаете, я немножко подвел было Гречишникову, потому что есть Гречихина, есть Гречишникова. А прямые-то памяти. Вот. Ну ничего, разобрался. Теперь я строго знаю. Есть Лена Гречихина, моя защитница. Вот. И есть Татьяна, Таня Гречишникова. Та самая, которую я начал передачу с нее, которая будущая ведущая телеканала. Но только с одним условием. Если ее в Москву привезет спецназ в наручниках. Ох, какая она принципиальная. Ой, какая она принципиальная. Чтоб она рекламировала яды. Чтоб она яды рекламировала, зарабатывая серебряники. А, есть же женщины в наших селениях. Так, с Масленицей нас поздравили. Спасибо. Свиридов, здравствуйте. Вчера и сегодня занимался сертификацией косточек абрикосовых.
Ждем время сертификации груши, яблонь, все доброе. Так вот, не ждите, груши пора. То есть у абрикосов и у груш одинаковое время сертификации. 2 месяца. Плюс-минус километр. Почему я так говорю плюс-минус километр? Знаете, не самое обидное. Значит, отправляю, как сейчас помню. Значит так, манжурцы зашли все, а море не один. И спрашивают, в чем дело? А мне что, застрелиться, что ли, чтобы не отвечать? А в чем дело? А, действительно, а в чем дело? Все мажорсы зашли, все аморы не зашли. Он стартировал. Все, ладно. Это я уже так, немножко так утрирую. Так. А яблони, да, ребята, не успеваем. Значит, садоваться по железу, это нам есть еще такой. Это еще такой канал появился, мои друзья сочинили его. И там есть вопрос был. Сертификация яблони. Кто-то сказал, груши яблони 2 месяца. Яблони скорее месяц. Я показывал много-много фотографий, где яблони это, к маю уже переросли. Вот тогда я стал сокращать 1,5 месяца. Опять много. Месяц. И где-то на месяц остановился. А сейчас у меня 160 семечек яблони. 16 сортов, мне надо отправить будет куда? Майкоп. А я руки потираю, я же жадный, это же не шутки, это 3200 рублей. Ну, скидка, конечно. Отнимем оттуда 640 рублей, получается меньше. Но все-таки солидно 2000 с чем-то, 160 или 180. Ну, неважно, главное, что много. И вот я должен отправить туда 16 или 18 сортов. Я думаю, ну наконец-то я отправлю халовидное яблони. Несколько месяцев никто не вспомнил. А в каталоге есть. А в Майкопе теплее. А вдруг там-то и будет вот это вот яблок. Вот, и почти без листья, но все. Ну хоть там-то, ну там-то уж как, вот там-то и надо колонны выращивать. А то придумали, средние полосы они не идут, забудьте. Я имею в виду, что никогда деньги не оправдайте. В Сибири не идут, на Урале не идут, на Дальнем Востоке не идут. Только вот там Майкоп, вот там, пожалуйста. Я с удовольствием подсуну семена калорийных яблок. Ну, наконец-то. Потому что вы же не стали спрашивать. Есть, нет. Вы сказали, пришлите 16 сортов. То ради бога. Вот видите, как я это, руки потираю так. По-доброму, по-доброму. Итак, яблони месяц на сертификацию. То есть я вам вышлю груши уже на сертификации. Мой коп там раньше. Тут чуть ли не опоздали. Сливы в песке, абрикосы в песке, черешня в песке, орех манжурский в песке. Вот. А семечки яблонь будут сухими. Вот так. Потому что еще не подошло. Ай, надо подумать, ребята. Сейчас у нас середина, нет. 20 февраля, 20 марта. Вряд ли вы будете садить 20 марта. Неделя на пересылку. Нет, все-таки отправлю сухими. Так, поехали дальше. Ну, я вслух говорю, да что, чтобы поориентировались. Кто-нибудь использует МЭ для сертификации? Я не использую, но я не говорю ни да, ни нет. Хорошо, если кто-то возьмет и своим опытом поделится. Казаков, здравствуйте. Свиридов. Все на YouTube, там трансляцию смотреть. Это понятно, это тем, кто не включил и не видит. Железов, здесь трансляции вебинара пока нет, трансляция идет на YouTube. И вот он прислал ссылку. Ну, все равно мы потеряли. Все слушатели. Хотя потом, может, запись увидят. Всем здравия с масленицы. Николай, Московская область, желает нам здравия. Соловьев желает нам добра и света. Свинин, Архангельская область. Всем привет, спасибо и вам привет. Мезинов, Александр Свиридов, время пришло, а то опоздаете. Ну, что я скажу? Мезинов это. Вот он и должен быть первым в списке ведущих. Шофер-дальнобойщик
добился успеха больше, чем рядом расположенный Брянский институт. Вот так, ребята. А почему? А это наш круг. Мы не мелочимся. Выращивают так десятками ведер. Персики, а что нам? А мне что, найдите хоть один. Федосеева, здравия садоводам. Иван, здравия. Мирослава Зыбина. Ну, Мирослава, это моя, еще одна моя дочка. Ой, боже, какая. Высшее образование. Прошла стандартное, как его назвать, классическое обучение. Нет, наше. Мирослава-то наша, оказывается. Вот, диплом их, а школа наша. Представляете? Вот так вот. Вот так Ленинград на нашу сторону перешел. Ленинград мы взяли. Вот. Поэтому я и говорю, когда вспоминаю Ленинград, я говорю, на проводе Смольный. Вот. Таисия, добрый вечер. При температуре минус 8 уже можно снять ухрид с персиками? Тюмень. Здесь все палка в двух концах. Если бы я знал, что будет у вас, подчеркиваю, Тюмень, через неделю, через 3, вот, что может случиться? Да что угодно. Вот так вот была вчера, допустим, минус 10, позавчера минус 12. Я не знаю. Вот. Надо иметь достаточно деревьев, чтобы работать с ними по-разному. Например, половину укрытия сняли, а на другом подождали. Вот. Угадали хотя бы половину случая, вы с персиками. А когда одно дерево, тут с персика, значит, у вас одно дерево. И вы теперь урожай потеряете, потому что сняли, или потеряете, потому что не сняли, в одном случае сопрел, в другом замерз. Вы знаете, что такое 20 февраля? В Тюмени это еще морозы могут быть 30 градусов. А вы говорите, меня спрашивают. Ну, допустим, у меня. Не знаю. По моему маленькому опыту, хасанский минус 30 переносит без последствий. Абсолютно неукоризненно, да? Хасанский минус 30 переносит без последствий. Вот. Зима еще скажет свое слово, Тюмень и Краснодар. Не торопитесь. Вы видели, это с Мезеном. Я ему восьмому прочую. Я уже 7 пальцев загнул. Прочую ведущего телеканала. Мы бы всех телеканалов захватили. Ну, надо, чтобы кто-то из наших пробился. Марина, всем здравствуйте. Лобасов, добрый вечер. Шостак, СПБ, это Санкт-Петербург, всем благородия, процветания. Игорь, ТМ пишут кора, а не кожа. Так, как это расшифровать? Как упрек мне или как замечание мой адрес? Ну, давайте будем так, кожа у людей, кора у деревьев. Вот я их сравниваю часто, потому что их отношение к главное их дела у них это испарять лишнюю влагу, чтобы не перегреться. Главное их это значит закрыть поры, чтобы не замерзнуть. Главное у них значит устрица для того, чтобы дышать. Вот. И у кожи, и у коры я принципиально разницы не вижу. То есть мы кору не трогаем свою, еще не хватало. Помните эти страшные раны? Помните эти, как их называют? Вот представляем, у человека вдруг кожа покрылась каким-нибудь коростой. Это бывает, да? Все бывает, что тут говорит. А мы его щеткой по металлу. И вот лежит человек, а его врач в этом, допустим, без анестезии, естественно, без анестезии, ведь деревья же. Они же как деревья? Деревья зимой подвержены анестезии. Их можно калечить только зимой, чтобы она не чувствовала или почти не чувствовала боли. Именно зимой. Я предпочитаю сказать ранней весной, перед сокодвижением. Это мой вариант, да? А у человека кожа, те же струпья, те же раны, те были раны, а допустим, гниение. А его щеткой по металлу, жик-жик. А функции коры и кожи одинаковые. Это я так и объясняю. А вот когда вы написали ТМ, что такое ТМ? Может быть, не техника молодежи, может, телевизионная, нет. Пишет кора, а не кожа. Ну, в общем, Юрий, я не совсем, Игорь, разобрался в вашем то ли замечании, то ли подсказке. Ну, дело в том, что я сейчас говорю, я кожу сравниваю с корой. Что там поаккуратнее, тут поаккуратнее. Так, вопрос Ютуба. Елена Тимофеева.
А ваша гипотеза по поводу насоса водного работает на купленных у вас саженцах. Может, не совсем поняла, а только присоединилась. Или только на корне собственных. Вы знаете, что такое купленный саженец? Купленный саженец – это калека. Теперь мы должны сделать, чтобы калека страстный стал хотя бы терпимым калекой. Вот. Все, что вы купите, это искалеченные корни. Даже с горшка вынимаешь, корни повреждаются. Новое место. Прижиться надо. Все по-другому. Часть кроны явно лишняя. Я утверждаю, явно лишняя. Вот. Даже пусть будет 1/3 всего, но отрезать надо, даже если в горшке. Лучше, если уж голые корни, половина самое малое. Если еще голые, но хотя бы приличные. А если уж совсем плохие корни, оставляем вот столько, глядишь, выживет. 100 раз про это рассказывал, так? Теперь смотрите, что такое насос водяной. Значит, если саженец посажен раз навсегда, и к нему не подходит секатор, тут вот эта штука работает, как я говорил. Это идеальный случай. Получили посылку, а в ней саженец железовый. А он же голые корни. Хочешь не хочешь, хоть немного нарушен. И жесточайшая отрезка, допустим, 1/3 точно как минимум. Естественно, вот этого уже не будет. Будет как? Ярусом ниже. Там будет пока подсыхать, подгнивать верхушки, особенно зимой, искалеченные торцы торчать. Вот так чуть ниже все-таки восстановится. Или вы выращиваете сами, или вы заранее соглашаетесь, что вот этот вот, как тут написано, насос водяного, вот видите, вот, на купленных у вас саженцах плохо будет работать насос. Но относительно плохо, то есть большая часть саженцев, ну, допустим, 80, 90 и 100 железовские будут прекрасно вас плодоносить. 100% не обещаю. Все равно, как и несколько из 100 попадают в гипотогенные зоны, есть статистика. Умрут и вы умрете, если там кровать поставить. Это неизбежно. Какой-то процент посадили и заглубили корневую шейку. Кто там станет разбираться? Увидели по ссылке этот самый памятку. Да, пошла она, я и сам знаю, как садить. Чуть заглубил, через несколько лет начинает гниение. Вот. Поэтому ваша гипотеза по поводу насоса. Работает ли на купленных саженцах? Работает относительно. Может, не совсем поняла, только присоединилась. Только на корне собственных это самое. Они могут быть куплены и корни собственные. Помните персики, которые, будучи непривитые, у Мезенова показали рекордные урожаи персиков, да, непривитые. А привитые, он калека вдвойне. Почему? Что такое привитый саженец? Это два, вся крона от одного, а все корни от другого. И вот так они соединены. Калека. Естественно, еще больше отрезаем. При этом мы теряем возможность полного кругооборота. Но это опять вынужденная мера. Может быть, уже какие-то годы не доживет. Может быть, чаще болеть будет. Может быть, зимой сильнее подвергнется морозу, чем в саду у того же Железова, питомники Железова, где он прожил пару лет, а питомники вообще нет ни одного мертвого, ни одного подмерзшего. Проверено 100-кратно. Вот так я постарался ответить на ваш вопрос.